Все, ребята, 4 ящичка у нас загружены. Водитель, пока-пока. Все, водитель уехал на склад, ребята, с ящиками. Мы все, ребятки, погрузили. Давайте играть, ребятки, дальше. Так, ну что ж, последний уровень, ребятки, давайте приготовимся. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Круто-круто, все круто. Приветики, дорогие друзья, и мы опять продолжаем играть в Погрузчик 5. Ну что ж, поехали. С вами, как всегда, Юра. Вы на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Поехали. Так, ребяточки, ну что ж, вы только посмотрите, куда мы с вами уже зашли. А зашли мы, ребятки, уже аж до 27 уровня. Вы представляете себе? Так, ну что ж, ребятки, посмотрите, здесь какие-то появились такие вторые погрузчики. Второй погрузчик. Так, я так понял, мне надо нажать на кнопку. Что она дает? Ага, все, понял. Мне надо затолкать вот этот ящик, ребятки. Да. Вот так. И теперь нажать на кнопку. Опа! Отлично! Теперь, когда мы отпустим, ребята, мы с вами сможем сделать следующий маневр. Вот такой вот. Смотрите. Что это со мной? Дайте мне на колеса достать, пожалуйста! Так, ну все, ребятки, едем сюда. Становимся на колеса, нажимаем на колеса. Так, отличненько. И два ящика, ребятки, посмотрите, прям к нам, так сказать, в кузов приехали. Так, забираем их. Какой-то погрузчик такой странный. В первых частях оно нормально брало. А магнит, какой-то магнит такой, не особо мне нравится такой магнит. Посмотрите, ребят, я даже нормально не могу прилепить. О. Ну прилепливайся же ты. Да что ж ты будешь делать? О! Ну, почти. Да что ж такое, я не могу никак прилепить, ребятки. О! Взял я, ребятки, ящичек. Ставлю его на место. И остался еще второй ящик. Все. Отличненько, ребяточки. Второй ящик мы тоже, ребятки, ставим. Все, машина, ребятки, завелась. И она уезжает на склад. Отличненько, дорогие друзья. Мы прошли с вами этот уровень. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, играть в эту игрушку. Следующий уровень у нас довольно-таки, ребятки, сложный. А что же нам здесь нужно сделать? Давайте подумаем с вами. Так, у нас есть синяя кнопка. Что это у меня с погрузчиком, ребята? Я не понял. Так, у нас есть синяя кнопка, которая... Ага, понял. Так, теперь нам едем сюда. Едем. Давай проезжай-то, погрузчик. Хорошо. Поехали. Так, давайте выкинем. Давай, еще чуть-чуть. Что ж ты за погрузчик такой, что не можешь поднять ящик даже. Вот так вот. Отличненько. Я считаю, что это просто, ребятки, супер. Классно. Мне надо было, ребятки, все, я неправильно сделал. Там один ящик, да, еще остался. Все, я думаю, мы сейчас сделаем. Все. Все, теперь я понял, что мне надо, ребятки. Так, поехали. Берем опять этот ящик. Берем опять, ребятки, этот ящик и становим его сюда. Смотрите. Как только мы его поднимаем сюда... Ой, да что ж ты будешь делать? Давай назад закидывайся. Вот так вот.
Быстрее давай едь. Отличненько, ребятки. Мы вовремя нажали на кнопочку. Дверки у нас открылись, и мы прошли этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, ребятки, 29 уровень у нас. И здесь нам уже довольно-таки надо подумать, что делать. Так, при нажатии, ребятки, на эту кнопку у нас происходит буквально следующее. У нас перекрывается... Что это со мной? Дайте мне встать на колеса. Да что это такое? Так, отлично. Так, ребятки, при нажатии на эту кнопку у нас открывается шлюз. Да, если мы с вами, ребятки, сделаем следующее. Нажмем. Так, выбросим вот эту бочку сюда. Так, ее надо, я так понял, забрасывать, потому что вот так вот. Ну, что-то я никаких перемен особых не увидел. А, все. Все, ребятки, понял, я понял, понял. Так, подождите, ребят, а как же мне тогда туда поставить что-то? Я взорвался. Почему я взорвался-то? Ладно, сейчас посмотрим. Давайте по новой будем делать. Так, забрасываем. Что это творится-то с моей машиной, ребятки? Вы видели? Так, ребяточки, подождите. Мне уже это начинает не нравиться. Сейчас мы с вами должны закинуть вот эту штуку туда. Давай еще. Еще совсем немножко. Вот так. Молодец. Так, все, ребятки. Ящик у нас здесь. Так, теперь нам надо его подвинуть сюда. А почему я не еду, ребят? О, все. Все, ребятки, ящик у нас подвинут. И мы нажимаем на кнопку. Отлично. Все, первый ящик загружен. Отличненько. Второй ящик приехал. И третий ящик. О, уже два сразу ящика приехало. Два сразу мне не надо, ребят. Мне надо по одному. Ого, и третий. Быстрее давай. Уже четыре ящика. Так, ребятки, в очередь, пожалуйста, остановимся. Посмотрите, столько ящиков. Сколько вас здесь? Дайте мне, пожалуйста, ребяточки, проехать. Что же я тут нагрузил с этими ящиками? Что же я здесь так натворил такого-то? Так. Сейчас еще хоть не упадут ящики сверху. Да мне уже ящики, так сказать, не нужны. Я сейчас же могу взорваться, ребята. Вы знаете это? Да что ж ты будешь делать, а? Дайте мне проехать как-то. Ну что это? Ну реально, три ящика упало. Я реально не могу, ребятки, ничего сделать. Осталось пройти один уровень, и мы прошли, ребятки, с вами игру. Ну что это такое-то, а? Поднять эти ящики, ничего, они же неподъемные, вы просто посмотрите. Ну реально, что мне поднять? Так, давайте, ребятки, возьмем играть, потому что, ну реально, мне же просто нереально это делать, вы видели? Ну это реально просто тяжело. Так, забрасываем бочку сюда. Так, падает ящик. Мы его ставим ребром. Ребром давай ставь. И толкаем. Да что ж ты будешь делать, а? Все, ребят. Отлично. Первый ящик установлен. Так, второй ящик, ребятки, приехал. Да давай быстрее вот так вот ребрами. Поехал, сейчас третий ящик упадет. Давай быстрее, сейчас еще три упадут сверху или два. Поехал. Все, ребят, отлично. Второй ящик уехал.
Так, третий ящик приехал. Давайте быстренько третий погрузим. Отличненько, ребята. Все, этот ящик тоже улетел у нас. И здесь еще ящик, ребяточки. Все, ребятки, классно. Давайте быстрее его погрузим. И быстрее отправим на склад. Все, ребята, 4 ящичка у нас загружены. Водитель, пока-пока. Все, водитель уехал на склад, ребята, с ящиками. Мы все, ребятки, погрузили. Давайте играть, ребятки, дальше. Так, ну что ж, последний уровень, ребятки. Давайте приготовимся. Так, становимся, собственно, на лифт. Берем, ребятки, следующее. Так, а следующее нам надо это, ребяточки. Я даже не знаю, что... Так, ну здесь, в принципе, как всегда, я думаю, наверное, да. Здесь нажать на кнопку. А, здесь надо держать постоянно, чтобы... Так, отличненько, ребятки. Так, лифт у нас стоит. Давайте возьмем ящички вот эти. А куда нам-то надо их? Туда надо, ребятки, сколько? 5 ящиков? А, то есть нам все ящики до одного надо, ребятки, забросить вот туда наверх. Я так думаю, по крайней мере. Так. Я вот этот нажимаю, и что происходит? Ага, мне надо 3 ящика, теперь все. Ой-ой-ой-ой-ой! Ни в коем случае, ребята. Не повторяйте этот трюк дома. Так, забираем второй ящик. Ложим его на этот. Вот так вот. Так, берем третий ящик, ребята. Так, и третий ящик, ребята, мы с вами положим вот сюда вот. Давай, 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 малыш. Вот так вот, отлично. Все. Мне надо что, держать, что ли? А, у меня там есть буквально пару секунд, да, наверное? Ой-ой-ой, ребята! Что это такое произошло? Что это такое? Мы вообще упали, ребятки! Ой-ой-ой-ой-ой! Вообще неправильно все у нас пошло, не так как надо, ребятки. Да что ж ты будешь делать, а? По новой будем делать. Так, ну что ж, поехали. Так, поехали сюда. Так, забираем сразу сюда ящики все на платформу. Пускай один будет там, потом мы его ставим. Мне же один надо для этого. Так, отлично. Теперь забираем, забираем, забирай этот ящик. Да что ж ты делаешь там? Да что ж такое вообще с этим погрузчиком, ребятки? Поломался у нас сегодня. Погрузчик абсолютно не хочет никак, ребятки, крутиться, вертеться, чтобы как-то вылезти из этого всего. Так, забираем ящик. И продолжаем нашу, ребятки, езду дальше. Так, там 2 ящика, здесь 3 ящика. Так, нам ни в коем случае, ребятки, нельзя нажимать. Если мы нажмем там, заберем, оно все упадет. Да, да, ребяточки.
Ага, все, ребяточки, я понял. Значит, это у нас... Давайте подумаем-ка. Странно. Если здесь оно убирается у нас открывается новое. Это, конечно же, я все понимаю. Но, по большому счету, давайте попробуем повторить процесс. Мои ящики. Отдайте мои ящики. Так. Давай, 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 ложи этот ящик сюда. Так, последний ящичек. Забираем его и ложим сюда. Так, теперь, ребяточки, что мне нужно? Ни в коем случае не перекрывать границу со следующим. А я не упаду, потому что там ящики стоят, да? Ну да, отлично, ребятки. Тогда поехали. И там мы нажмем на кнопку, чтобы было... Да, погнали. А, нет, ребят, не получилось немножко у меня. Так, ну что ж, ребятки, не будем расстраиваться, пройдем, ребяточки, в следующий раз. А с вами, ребяточки, как всегда, был Юра, вы были на канале Вечное Детство. Мы сегодня играли в погрузчик, но последний уровень не удалось нам пройти, потому что он довольно-таки тяжелый. А если тебе удалось пройти, ребятки, этот уровень, напиши в комментариях, как ты его прошел, чтобы мне помочь. Спасибо большое, ребятки, вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра, ребяточки. Пока-пока, ставим лайкосики и подписываемся на канал.